Брак – это долгий и скучный обед, на котором десерт подается первым. А бои – это не только кровавое месиво и нокауты, а еще и веселые моменты. Приветствую вас, молниеносные черепахи! С вами Федорович, поэтому наслаждайтесь видео! Когда боксеры танцуют лучше, чем дерутся, это горе, но зрителям радость. Мечты начинаются тогда, когда заканчиваются возможности, а для рефери радость от взятки заканчивается тогда, когда боец берет справедливость в свои руки. Человека встречают по одежде, а бойца по тому, как он заходит в ринг. Но и это не главное, ведь победу может одержать каждый, но не каждый может красиво с ринга уйти. Ката, все должно быть красиво, координация, четкость движений и нырок в бассейн. Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди, а если над тобой смеются в ринге, значит тебя точно запомнят. А почему бы и нет? Если забираешь здоровье у соперника, то нужно продлевать его зрителям. Когда бабуля за лето откармливает внучку до размеров Годзиллы, ждите боя, ведь внучка теперь может ускорить процесс наследства. Обезбашенный герой не сражается с драконом ради принцессы, а остается жить с принцессой, когда оказывается, что она дракон. А настоящий боец без шоу не нокаутирует, прямо как Агастес со своим стилем пьяного мастера. А вот когда мастер пьяный и показывает в ринге шоу, скорее всего нокаутирует его. Два пельменя – это сила, которую не выдержит ни один ринг. Нельзя иметь дело с человеком, которому не доверяешь. Так и нельзя давать рефери судить, если он объявляет победителем ту, которая больше понравилась. Когда у тебя мужское хозяйство больше, чем у слона,
Конечно, можно троллить соперника и окончательно уничтожить его самодостоинство, загнав в депрессию перед боем. Мужики, если вы проиграли бой в одну калитку, да еще и досрочно, не нужно после боя рыпаться на победителя, а то можно заснуть надолго. Великий человек не идет по следу других, а великий рефери Стив Виллис делает шоу покруче, чем бойцы в ринге, благодаря своим неприкрытым эмоциям. Все забегают в клетку, чтобы драться, но только избранные из нее выбегают. Под дождем можно гулять, а можно мокнуть. Так же и в бою. Можно исполнять, а можно получать. А вот Перейра в своих боях всегда делает шоу. Когда есть цель, не должно быть препятствий, даже в виде опущенных штанов. Когда в ринге встречаются два титана, можно ожидать чего угодно. Разорванных канатов, разбитых яиц и даже танцев. Когда два великих борца делают проход в ноги, главное не стоять у них на пути. Пацаны сами себя нокаутируют. Ничто так не действует на нервы, как крепкие нервы врага. А ничто так не страшно для боксера, как упасть от собственного удара. В бою, как и в жизни, главное не только красиво победить, но и не умереть на праздновании победы. Нельзя повторить одну ошибку дважды. Второй раз это будет уже не ошибка, а выбор. Потому-то парнишка и убегает от красавиц. А почему, я вам уже рассказывал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, от чего посмеялись, а от чего поплакали. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, это биомеханика эффективных движений. Еще знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Два. И
Пока! Квадрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицу, это ключица, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающийся агент! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из 10. Ничего не успевайте, это убит.